дня. Съемки производим в компании Super Вен Бутик. Снимаем мы кофейный автомат Saeco Oasis 600. Большой стакан, 300 мл. Горло 80. Вот такой вот новый автомат на палете стоящий. Замок у них идет Riel, да? Нового образца. Сейчас откроем внутри, посмотрим. Да, это совместное предприятие Saeco и Necta. Всем, кто в теме, вендоры, да, в курсе того, что Saeco и Necta объединились. Вот так вот выглядит внутри теперь Saeco Oasis. То есть контейнеры, по всей видимости, под растворимые ингредиенты у нас от Necta. Миксера, да, то есть форма миксера, пластик, цвет, то есть это тоже от Necta перешло сюда. Узел тоже очень похож на нектовский. Что касается зернового контейнера, он остался саечным. Что касается дозатора Saeco, кофемолка Saeco. Нового формата, там уже новые двигатели идут. Кофе, пресс, заварник, бривер, все по-разному называют, тоже уже идет от Saeco. Ведро, да, то есть оно осталось таким же, как и было у Necta. Узел, да, то есть, соответственно, остался тем же. Выдача стаканов, выдача размешивателей, сахар. Все тот же самый, тоже такой достаточно очень большой. Узел выдачи стаканов, да, он очень сильно похож на Necta. Ну, ведро саечное под мелочь. Крепеж и выдачи сдачи, соответственно, похож на саечное. Все. Плата, на мой взгляд, она очень сильно похожа на новую Necta. Да, здесь есть, кстати, USB-шка. Нет, мне больше кажется на Saeco нового формата, который идут, шли на Эва, на Эва Эспрессо Федро, такого формата платы. То есть вот такой вот замечательный аппарат. И самое интересное отличие этих аппаратов, новой модификации от старых, они стали более глубокими. То есть не как раньше были, такими узкими, не особо глубокими, а сейчас достаточно очень глубокие, я бы сказал, наверное, сантиметров под 60, если даже не больше, там все сантиметров 70, да, глубина у этих автоматов. То есть вот такой вот замечательный автомат вы можете приобрести в нашей замечательной компании. Новый автомат. Всем хорошего дня, до свидания.